Рецепт приготовления вкусного десерта из риса и клубники. Вскипятить молоко в небольшой кастрюльке, засыпать рис в молоко и варить на слабом огне в течение 30 минут, добавить сахар, ванильный сахар и кокосовый ликер, затем перемешать и остудить. Промыть клубнику, отложить половину на украшение блюда, сделать клубничное пюре, смешав ягоды с лимонным соком и сахарной пудрой, слепить из риса небольшие овалы, выложить на тарелку, полить клубничным пюре и украсить ягодами. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Вкуснее тем, кто подпишется. Нам понадобится: молоко 250 грамм, рис 190 грамм, сахар 2 столовые ложки, ванильный сахар 1 чайная ложка, кокосовый ликер 20 миллилитров, клубника 250 грамм, лимонный сок 1 чайная ложка, сахарная пудра 1 столовая ложка, количество порций 2. Щелчок, клик, нажатие на лайк — это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Всем Марии удачи и дачи у Марии. Увидимся!